ассансор проехали. Да, есть. Третье колесо нам дают. Не знаю, что это за колеса, для чего они нужны. Но есть. Ох ты, я сбил. Крейзи бус. Ох ты, новую тачку разблокировал. Да, есть. Ой, ой, переворачивайся. Эй, всем привет, ребятки. Вы на канале Funny Games TV. Меня зовут Максим. Сегодня мы поиграем с вами в игру под названием Ill to Die. Часть третья. Игра вот недавно вышла, ребят. Так, у меня тут вроде как все разблокировано. Давайте попробуем немножко прокачаем свою машинку. Пока у меня только одна машина доступна, но тут, я так понимаю, очень много машин разных. Так, ну и что ж, давайте отправляемся в наше путешествие. Ух, за мной гонится зомбарь какой-то. Надо попробовать проехать тысячу чего-то там, ребят. Давайте пробовать. Так, у меня есть ускорение. Ух, и хорошо, правда, я ускоряюсь, смотрите. Так, давай, набирайся, пожалуйста, набирайся. Вот этот мужик сзади, который на машине гонится, он в нас, ребятки, пуляет. Ух, давай, ракеты пуляет. Да, отлично, дистанция 1000. Вау, это что такое, congratulation, это нам чего-то дали? Так, здесь мы можем, получается, менять левелы, здесь так. Машина, смотри, какие тут тачки. Вот это да. Так, да, надо, короче, прокачивать дальше свою точилу. Давайте попробуем еще на одну ступень все поднимем. И посмотрим, докуда мы сможем дальше доехать. Так, ну-ка, еще разочек. И еще разочек. Так, а это что такое? Ого, 1000 чего-то надо, короче, зарабатывать. Чтобы что-то там найти или что, я не знаю даже, ребят. Так, ладно, ну у нас инферно этот левел. Так, ну все, давайте дальше. Да, я немножко приболел, ребят. Простыл. Так, нужно 2000 метров проехать. Смотри, так, ну ладно, давайте попробуем. Ух, вот это я полетел, хорошо. Так, набирайся, турбо. Внизу турбо. Как вы видите, скорость моей машины. Ау. Я совсем что-то ей как-то не управляю. Давайте будем как немножко управлять, чтобы пытаться. Да ушли. Ох, ты посмотри, зомби прицепился ко мне. А ну-ка, отстань, говорю. Так, сможем до верха доехать, нет? Давай. Ой, там уже начинаются ракеты. Уходим. Ух ты, что он промахнулся. Да, есть новый рекорд. Нет. Как? Давай, ложи, вставай, машина. Ах, и он подбивает этот злодейки. Посмотри, какой зомбарь злой, а. Так, ладно, еще, может, думаю, о, вот так двигатель. Или вообще все, давайте, вкачаем, попробуем. Давай, отлично. Сейчас все прокачаем и посмотрим, насколько сейчас наша тачка будет крутой. Так, вот это. Все, так. Ух ты, это что такое? Icewing. Level up. Ух ты, смотри, мы можем левел поднять. Прикольно, и у нас, смотри, следующий левел. Ух ты, тут теперь пушки какие-то еще. Ого себе. Ну ладно, так давайте посмотрим. Вот это да, вот это тут новшество, а? Игра просто преобразилась. Ох, вот сейчас нормалек, мы будем их, этих зомбарей грызть. Так, давай. О, держите зомбарей. Когда-то я уже играл в эту игру, ребят, во вторую часть на канале, где там было видео. Если вы не видели, то найдите это видео. Мы вроде с вами тоже там делали, но я делал обзор небольшой на эту игру, я ее не проходил полностью. Ну давайте, если мы наберем на этом видео 1000 лайков, и таким образом я пойму, что вы хотите прохождение по этой игре. Прохождение будет на такой вот версии, которая у меня, чтобы оно было не скучным, быстрым. И у нас новый рекорд! Отлично, 500 метров остается, здесь будет то ли новая машина, то ли что.
Так, отлично. Здесь, значит, мы прокачать не можем этот бластер, но зато мы можем прокачать здесь все. Давайте прокачаем полностью всю свою тачку и поглядим, как у нас сейчас наша тачка будет себя вести. Нам же надо новые рекорды какие-то устанавливать. Ух ты, круто. Сейчас я попробую вот так. И теперь мы опять можем левел поднять. Смотри, вот это прикольно. Так, погнали. А ну-ка давай. Вот. Вот это скоростей. Вот это скорость, я понимаю. И от зомбаков одни запчасти остаются. На, держите, зомбари. Погнали, погнали. Перевелись. Есть, отлично. Давай набирайся турбо. Вот, хорош. Этот мужик все там нас преследует. Я не помню, что в прошлой части такое было, ребят. По-моему, за нами не гнались. Вот так. О, хорош, я взлетел. Так, давай, грызем, грызем, грызем. Быстро это все выгрызаем. И включаем турбо на полную катушку. Нет, не получается. Так, 700 метров остается. То ли до новой тачки, то ли до чего, не знаю, ребят. Ну, наверное, мы доедем сейчас. Сейчас-то должны доехать. Ну, а получается, там новый, эти, зомбарёныш. Какой-то, ну, то ли железный. Да, новый рекорд, ребят! Новый рекорд! Отлично! Ух ты, это что такое прилетело? Это шторм! Новую тачку! Смотри, это что за штуковина? В небе! Ух ты, бум! Это хороший бум! Мне нравится такой бум! Что там за штуковина летала в небе? Есть, отлично! Какой-то новый рекорд у нас! Получай! Хорош! Хорош! Вот сейчас мы неплохо... Что дальше будет? 2000, какие-то колеса мы эти зарабатываем. Почему эти колеса, непонятно. Тут... Я так понимаю, здесь нельзя до конца доехать, что ли, ребят? Ничего себе, а ну-ка ушел. Ой, со всех сторон, ребятки, со всех сторон. Да нет, 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 езжай. Подбивает меня этот мотоциклист. Ух, вот это страшно было и опасно. У нас новый Desert Storm какой-то. Новая точила, ребят. А тут у нас еще какой-то левел. То ли второй, то ли третий. Но мы можем, смотри, еще прокачать, левел поднять. Вау, теперь что у нас будет? Пушка какая-то крутая. Там уже и третий какой-то будет левел. Ну-ка давай, все вкачаем и посмотрим. Сейчас, насколько мы будем крутыми. Так, вкачиваем. Давай, давай, давай. Вот, отлично. Еще. Так, и еще, и еще. Последний. Так, рывок, и погнали теперь. Да, на этой же трассе, ну, у нас теперь есть пушка. Она сама стреляет? Да, она сама стреляет, смотри. Вот, это хорошо. Мотоциклистов надо так сбивать надо. Ох, как она. Да, перевернись. Есть, хорош. Стреляй, стреляй. Она все отстреливает, и зомбаков, и преграду, я так понимаю, да? Патроны кончились уже. Патронов-то нету больше, ребят. Она автоматически стреляет, оказывается. Плохо, что патроны мы не можем поднимать, а? Жалко, жалко, жалко. Давай, 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 давай. Включаем турбу немножко. Ой, вот этого надо. Надо его мочкануть. Есть! Ого, как мокрое место одно от него осталось. Ты бы видели, как он вылетел в эту скалу. Так, давай, давай, давай. Уходим, уходим. Да, давим всех этих зомбарей. Зомби на железных ногах какой-то, терминатор, зомби терминатор. Ух, он бежит, смотри, как будто. Что? Вот это что за ящик? Так, надо турбо, чтобы набралось, я попробую этот ящик достать. Нет, давай, нет. Он просто рядом летит, этот ящик, и все. Я ничего с ним сделать не могу, ребят. Никак я до него достать не могу. Ну, отлично, зато у меня скоро будет уже третий левел. Ух ты, этого мотоциклиста я сбил. Может, новый рекорд сейчас будет, ребят? Нет? Дайте мне новый рекорд, пожалуйста. Вообще, здесь, вообще во второй части, по-моему, трасса заканчивается. Мы доходили до конца трассы. А здесь непонятно, есть ли тут конец или нет в этой игры. Так, уходим. О, хвастер! Пойман. Пойман, говорит. Так, да, есть новый рекорд. Новый рекорд.
ради которой. Так, ну у нас уже третий левел с вами, и это хорошо. Так, можем еще поднять, смотри. Экстра пауэр какой-то. Все на максимуме, смотри. Экстра пауэр, у нас все на максимуме. А как теперь? Угу, все. Короче, у нас все на максимуме, ребят. Давайте попробуем. Надо было другой левел выбрать. Ну ладно, ничего страшного. Погнали. Погнали. Так, у нас патроны заканчиваются. Вот это плохо, конечно. Это плохо. Что, было бы патронов море. Вот это было бы круто. Так, ну да ладно. Мы сейчас посмотрим, насколько мы сможем с вами добраться. И поглядим на другой левел. Какой-то там то ли пустыня, то ли чего, как там оно называется. Давай-давай. Грызи. Вот турбо. Ах, и полетели. Ух, вот это хорошо. Давай. Ушел мотоциклист. Посмотри, а мотоциклист что делает. Своими ракетами он замучил меня. Давай, ну так и есть. Поймали мы его, ребят. Поймали, и неплохо. Ох, прогрызли все. Дальше. Сколько у нас уже? 1500 метров мы набрали. Так, ну как вот этот ящик сбить, он улетает. Новый рекорд, ребят. Ну что ж, зато мы теперь можем выбрать свою вот эту точилу новую. Давайте ее вкачнем. Попробуем. Выберем ее. И выберем. Так, сейчас мы ее прокачаем на полностью на всю катушку. Так, давай управление. Она такая здоровая. Вот это просто мега-тачка какая-то. Смотри, а что если мы поднимем? Пила добавится. Ну это в следующем уже будет. Следующий раз. Так, давай, да, выберем вот эту трассу. Погнали. Новая трасса, ребят. Новая тачка и новая трасса. Отлично. Ох, вот это у нее турбо. Вот это у нее турбо. Прикольно. Давай, давай. Давай, мотоциклиста этого. В небо. Ох, нет, он спокойно стреляется. На, держи, вот сейчас я его подниму. Ого, бронированные зомби. Так, за боков дай. Ничего себе там зомбак, ты видел, как он бежал резко? Так, сколько там? Есть, новый рекорд установлен. Новый рекорд установлен, это хорошо. Полетели. Вау, хорош, еще летим. Да, отлично. Нитро. Что это значит? Что это? Значит, что это значит? А, у меня нитро появилось. Да, нитро было, видимо, кто на труде там. Давай, я тут догоняю эту машину. Так, надо, ой-ой-ой, опять этот байкер. Давай, как-то его надо поймать. Разбить его как-то. Ой-ой-ой, ребят, я вниз упал. Ничего страшного, еще и зомбарь прицепился. Ай-яй-яй, давай, взрывайся уже. Посмотри, этот байкер живучий какой, а. Есть, поймал я его, ну наконец-то. Ух, и все, меня взорвали, ребятки. Меня взорвали, вот это да. Так, у нас что, первый, второй, сразу колесик какой-то. Так, сейчас рекламку быстренько пропустим.
Давай, есть. Отлично, и прокачиваем еще разок. И сейчас у нас будет... Вау, крутяк. Дела, ребятки. Ну что ж, давайте еще вкачнем нашу машину на полную катушку. И поглядим, попробуем промчаться еще раз на этой пустынной карте. Так, давай, чуть-чуть еще осталось. А это какой-то плавник, это смотри, это что такое? Аэродинамичность, ага. Отлично, так, ты ушел, мужик бородатый, а мы поехали дальше. Все, берем, вот сейчас прием. Вот сейчас прям так прям, да? А ну-ка, как пила? Ох, пила хорошо видит, а? Давай! Ох, хорош, давай, мотоциклиста! Ну, догоняй его! Ай, нет, не получается. Вот сейчас получится, наверное. Нет, не получается опять. Так, вперед! Вот, есть, поймали! Отлично, поймали и взлетаем и летим. Пила пилит, нет? Пила пилит, да, отлично, все, справляемся. Пила пилит. Свое дело делает, а мы летим на всех парах. И нам нужно 3000 метров пропилить, ребятки, проехать. Ой, опять этот мотоциклист, но я вроде бы его перевернул, не знаю. Выжил он, не выжил, думаю, что нет. Но мы продолжаем дальше. Давай. О, это что такое? Что за надпись была? Так, нитро, набирайся, и я лечу. Ух, хорош. Вот это скорость. Вот это скорость. Ух, меня догоняет этот мужик. Вообще как-то можно уничтожить, нет, ребята? Бомба! Так. Хорош, хорош, пилим. Пилим это. На, держи, взрывайся. Ну, поликоп, ребят. Ну, поликоп, ты нитро. Нет, нитро нету. Нитро нету, но мы... Ух, хорош, сейчас будет уже... Третье колесико у нас, похоже, будет. Ух, все взрывается. Что творится, вообще непонятно. Погнали, погнали дальше. Да, есть. Третье колесо нам дают. Не знаю, что это за колеса, для чего они нужны. Но... Есть! Ох ты, я сбил! Crazy Boost! Ох ты, новую тачку разблокировал! Да, есть! Отлично! Ой-ой-ой, переворачивайся! Переворачивайся! Отлично! Новую тачку разблокировали, ребят! Бах! Разрушение! Отлично, я люблю разрушать все. Да, гоним. Ой, опять мотоциклист, да? И еще это догоняет. Ай-яй-яй-яй-яй. Есть. Ну я зарабатываю за ту четвертую медаль. Да. И меня подбивает, ребят. И меня подбивает, а? Жалко, жалко. Ну да ладно, зато у нас с вами новая какая-то, смотри, БТР какой-то крутой. Так, а что это? Это оценить что-то или что? Не знаю даже. Окей. Так, тут у нас четвертый колесик нам дают. И еще какую-то детальку, уже две детальки. Что эти детальки нам дают, непонятно. Тут он что-то пишет, говорит, 1000 деталек надо набрать. Да вы издеваетесь. Так, а здесь что у нас? У нас появится пушка. Отлично. Смотрите, пушка. И все, и мы можем еще что-то вкачать. А потом что будет? А потом просто, наверное, экстра пауэр, да. И у нас уже появилась с вами вот такая тачка. Как она называется? Я не знаю, ребят. Это у нас какой-то, как он называется, дезерт наш какой-то. Так, у меня еще есть, наверное, вот это. Как ее разблокировать? Так, да. Ух ты, отлично, я ее разблокировал. И новая тачка. Ну, уже продолжим, наверное, в следующем видео, ребят. Как я и говорил, давайте наберем 1000 лайков. И тогда я пойму, стоит ли делать прохождение по этой игре или нет. Ну, а с вами был Максим, ребятки. Family Games TV. Всем удачи, всем пока.